в данном случае американский, но был майор в России, звонил соответствующему человеку и говорил, они выпустили 200 ракет, все. Причем ICBM, с которой обратно не вернешь. И что нам делать? У нас есть 10 минут, потому что иначе они подавят все наши ракеты и привет. И как-то надо принимать решение. Это не то, что кто-то начал, это не сработала аппаратура. Вот что страшно. То есть это не контролируется? Никто не начнет. Надо быть полнейшим кретином, чтобы начать, потому что это конец. Да. Начать может только, ну скажем, религиозный фанат, который считает, что в результате этого он попадет в рай. Ага. Но Путин не таков, да и Трамп не таков. Таков. Да. Ну и слава Богу. Да, уже слава Богу. Это ответ на встречный. Причем встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это катастрофа всемирная. Ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют.